Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусный свекольный торт. Список всех ингредиентов будет в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! 50 граммов изюма помещаем в глубокую мисочку. Заливаем крутым кипятком и даем постоять 10-15 минут. В это время разогреваем сухую сковороду. Высыпаем туда 50 граммов грецких орехов. Обжариваем их со всех сторон 3-5 минут. Даем немного остыть. Затем помещаем в пакет и хорошо разминаем скалкой. При этом несколько половинок орехов оставляем целыми для украшения торта. Дальше натираем на крупной терке 300 граммов вареной свеклы. Добавляем к ней 2 зубчика пропущенного через пресс чеснока, измельченные орехи, пропаренный изюм, 2-3 столовых ложки майонеза, перчим и солим по вкусу. Хорошо перемешиваем. И переходим к формированию тортика. На плоскую тарелку ставим кулинарное кольцо диаметром 12 сантиметров. Максимально плотно наполняем его приготовленным салатом. Затем кольцо аккуратно снимаем и украшаем салат половинками грецких орехов, а также майонезом, любой имеющейся под рукой зеленью и яркими ягодами или овощами. Я использовала замороженную калину. Вот и все. Очень вкусный закусочный торт из свеклы готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.